Ну что, доброе утро, друзья. Кому доброе утро, кому добрый день, кому добрый вечер. Начинаем мы сегодня уже сразу с винодельни. Мы приехали в новую винодельню, которая называется Bodegas Manover. Смотрите, много информации мы про эту винодельню не знаем. Очень странно, но у них очень часто на интернетной страничке винодель мало информации, они не делятся. Поэтому мне как бы и даже домашки не надо делать, потому что я все равно ничего не смогу сказать. Много. Что мы знаем? Это небольшая винодельня, которая принадлежит группе MG Wines или MG Vina. И в этой группе есть 6 винодельней. Нас заинтересовала эта винодельня, поскольку в ней как раз и производится вино, которое называется Фондион. В наших видео, ранее видео, мы рассказывали про то, что это вино, это сокровище Аликанте, и нам с Валерой очень оно понравилось, поэтому мы решили, что мы обязательно приедем в винодельню, которая производит очень-очень высокого качества и старое вино Фондион. А я как знаю, у них вроде бы с 1932 года есть, да, Фондион. И это довольно-таки классная вещь. Поэтому будем пробовать Фондион нескольких видов и нескольких лет выдержки. Я когда ехала сюда, думала, вот есть такая классная передача, поедем. А у нас получается, поедем выпьем. Пошли. Так, друзья, мы приехали в нашу винодельню, которая называется Manover. Я хотела бы вам представить нашего гида на сегодняшний день. Это Рафаэль, mucho gusto. И Рафаэль работает здесь, он самый главный, и он открыл эту винодельню в 2005 году. И на основе старой винодельни, которая здесь была, поэтому он знает очень много, и он покажет нам всю историю. Так что пошли. Рафаэль нам рассказал, что у них есть вообще-то 6 винодельни везде, и еще он рассказал нам про оливки. У них тоже есть, где они делают оливковое масло, но вот эти оливки, если вы хотите кушать оливки на данный, да, то эти оливки самые лучшие. Арбекиния – это самый лучший сорт оливок, собираются сейчас, не в октябре, собираются сейчас. Они берут ее, ломают, как они говорят, положат в воду, неделя стоит в воде, меняется вода 4 раза. 4 раза ты меняешь воду, потом ты уже можешь положить 10% соли и там какие-нибудь приправы, какие хочешь, да, розмарин, там, лаванду и тому подобное. И еще одну неделю все это держишь. И после этого самые лучшие аппетайзеры получаются, которые хорошо ходят к вину. Вот так вот. Еще одна интересная история. В этой винодельне, как и во многих других винодельнях, которые мы посещали, в Аликанте, в Мурсии, да, органика, виноград органика, да, это значит, никаких химикалов, пестицидов не используют. Они используют травки, да, как говорили, специи, то бишь лаванда, тимьян, ромашки, розы, розмарин. И плюс еще, оказывается, как он называется? Сайпрус. По-русски он называется... Кипарис. А оказывается, что кипарис, всякие мошки, всякие нехорошие жуки, они ненавидят запах кипариса. Запах, он такой, знаете, на джунипер очень похожий, который делается... Это ягоды, которые делается джин. Но за этим еще стоит одна история, потому что, оказывается, раньше греки, древние римляне и киприоты садили вот этот кипарис только вот в такой форме,
на кладбищах для того, чтобы отгонять мошек от похороненных там людей. И это очень интересная история, потому что я, допустим, этого не знала. Рафаэль предлагает нам сходить в виноградники попробовать виноград. Говорит, это самое хорошее время для того, чтобы посетить виноградники. Так что давайте посмотрим. This is okay. Oh, wow. This is nice. And what is this one? This is the queen. The monastrell. Of grapes in Alicante. It's monastrell. Это самый лучший сорт винограда, естественно, в Аликанте. Это монастрель. Вот видите, посмотрите, как она вживую выглядит. Это сокровище Аликанте. Очень классный виноград. Monastrell is the grape more rustic. Это монастрель. Это королева Аликанте, королева Испании, да? И Рафаэль нам рассказал интересную историю. Я не буду срывать листики, как он делал, но я вам покажу. Он рассказывает, что это сорт винограда, который может жить, в принципе, без воды, в сухих местах. И они даже говорят, что это как бы библейский сорт винограда, потому что он пришел у нас из пустыни. Вот так вот говорят. Листик сам по себе здесь очень гладкий. Но если мы его перевернем с другой стороны, то увидим, мы не сможем увидеть, но я передаю вам чувство, да, что он такой как бы чуть-чуть волосатый, чуть-чуть такой, такие волосинки маленькие. И фишка в том, что этот сорт винограда может воду брать не только с земли, а вот по утру собирать росу вот здесь вот на этой стороне листика. И она получает, виноградник сам получает вот воду с двух как бы источников, да, роса и вода, которая идет у них из земли. И еще что интересно, этот виноград, очень хорошо видно на этой лозе, он растет прямо ягодки очень-очень плотно. И только такой виноград, который вот так вот плотно растет, подходит к тому, чтобы делать из него вино. А тот виноград, который такой вот на лозе, он болтается, да, там большие виноград, большие ягодки, так скажем, и они болтаются, то это виноград для того, чтобы его есть, а вино из него получится никакое. И плюс еще, для того, чтобы было очень хорошее вино, надо, чтобы ягоды были с хорошей кожей, плотной, толстой и вкусной кожей. Кстати, эти ягоды очень вкусные. Рафаэль нам рассказал чуть-чуть про то, что, где мы находимся и на какой земле растет его виноград. За моей спиной гора, которая на испанском языке называется Котто. Это где не производится, а где добывается мрамор. Мрамор, который такого песочного цвета, и розовый мрамор. И это очень-очень большая и дорогая индустрия, и особенно в Аликанте она очень популярна, потому что здесь очень много мрамора. Его добывают и поставляют в пять континентов. Короче, в самые дорогие гостиницы, которые можно найти, это вот они имеют вот этот мрамор. Дальше у нас есть натуральная пирамида, она точно выглядит как пирамида. И Рафаэль говорит, что из Аликанте приезжают иногда такие молодежь, которые чуть-чуть помешаны на эзотерике, потому что, говорит, они там спят ночью, заряжаются энергией, а потом приходят к нему завтра. Окей, хорошо. И теперь смотрите, что интересное и тоже очень главное для Аликанте. Вот там вот эти горы, это массив гор, на который называется Синие горы. Синими они называются потому, что вся вода для региона Аликанте и для города Аликанте приходит из этих гор. По туннелям, по водосточным трубам, которые были сделаны, которые были построены в 19 веке, это все вот оттуда. И вся вода, которая у нас на побережье, приходит оттуда. Так что все это очень натурально, все это очень заповедно, ничего нельзя делать. Вот здесь виноград, чуть-чуть подальше видно, растет миндаль.
чуть-чуть подальше еще видно, растет оливковое дерево, растут. И потом сосны. Вот там вот, где начинаются сосны, ничего, абсолютно ничего делать нельзя. Я вам по-быстрому расскажу. Рафаэль тоже нам рассказал такую историю. Вино Фондион, да? Сорт винограда Монастырь, мы это уже знаем 100%, ничего другого не может быть. Но очень важно, чтобы этот виноград собирался в конце ноября где-то так, потому что самый сладкий, самый хороший, мало воды, и уже сама кожица ломается, и когда ты приносишь, он прям душится. И смотрите теперь, вот здесь у нас контейнеры, в которых делается ферментация вина, да, фондиона. Каждый контейнер для отдельного участка земли, в том смысле, что если это участок с левой стороны винодельни, да, то это пойдет в один виноград, пойдет в один контейнер. Если, допустим, это через 2 километра, он уже пойдет в другой контейнер. Это специально для того, чтобы не делать mix and match, и чтобы было качество очень-очень высокое. А потом расскажу еще о некоторых секретах, которые Рафаэль нам рассказал. Да, как все сегодня на автомате. Одну кнопочку нажми, и все начнется крутиться без тебя. А раньше он говорит, я помню, когда был ребенком, и вот такие вот же этикетки клеил на бутылочку, вот так, а? И на бутылочку. Потом полчаса еще сидишь и смотришь, чтобы это было прямо. В 80-е годы, когда были, и я еще это очень хорошо помню, и Валера, и многие из вас, кто еще помнит, бутылочки, когда собирали дома и потом несли сдавать. Помните это, да? Я хорошо это помню. Здесь то же самое было. Но это было так интересно для виноделов, потому что эти все бутылочки, которые собирались на пляжу, допустим, да, ну, там, не знаю, около ресторанов, еще где-то, да, они приезжали не куда-то, а к виноделам обратно. И виноделы сами должны были вот эти бутылки чистить. Это было ужасно. Рафаэль говорит, это самая худшая практика в его жизни, что было. Потому что окурки, песок, морская вода, это было ужасно. Теперь они получают новые бутылки, абсолютно новые бутылки, потому что эти бутылки, которые собираются на мусорках и тому подобное, уезжают на завод, который делает эти бутылки. И потом уже сюда приезжают чистые. Поэтому это новые бутылочки. А теперь смотрите. Это вот такое собрание, да? Интересное собрание, как мы говорим. Чего? Еще раз. Правильно. Корк. Пробки, конечно. Я уже запомнила, специально вас сейчас дразню. Эти пробки тоже все очень интересные. Натуральные пробки для хорошего вина. Пробки тоже натуральные, но чуть-чуть другого помола, скажем так, потому что они помолоты и потом как бы латексом, который можно... Какой, Валер? Склеенный. Да, склеенный латексом, который используется для промышленности еды и тому подобное, да, вот это вот. И потом есть еще вот такие вот. Синтетика, пластмасса. Она была изобретена в Австралии, в Новой Зеландии, потому что они не могли себе позволить купить хорошие натуральные пробочки. Поэтому они придумали вот эту вот фигню. Это хорошо для китайцев, Рафаэль говорит, потому что китайцы не умеют открывать бутылки с натуральной пробкой, они постоянно их ломают. Поэтому лучше такую. И плюс еще, естественно, вот есть такие, да, это металлическое, да, которое закручивается. Говорят, что это будущее пробок, но ему не нравится это, потому что это, говорит, это некачественно. И еще смотрите, что у меня есть в руках. Пробочка, сделанная из стекла, да. Это специальная пробочка, и она используется только для вина Фондион. Она идет в коробочке как подарочек, потому что фондион сам по себе, он закрывается натуральной пробкой. Потом, когда вы открыли пробочку и хотите держать фондион дома, вы закрываете вот этой вот стеклянной пробочкой. И оно может стоять у вас 50-100 лет.
и качество не изменится. Это лидеры фондион, вина фондион, да? Человек, который в 18 веке возродил, в 19, извиняюсь, возродил фондион, потому что Пелагея, когда съела все виноградники, он возрождал фондион, да? Это отец Рафаэля, который как раз здесь начал вот возрождать фондион. И это человек 21 века, это президент вот этой вот группы MG Vina, который как раз вот и как бы делает все, чтобы фондион жил. Фондион 96-го. Это 2000-го вроде бы. Посмотри, она рвется аж, смотри. Угу. Какая она старая, бочка ничего. Ну, это, как вы понимаете, мы находимся в сокровищнице винодельни, потому что это селлар, это погреб, который, в принципе, не находится в погребе, но он так называется, погреб. It region wine has himself barrel. The more popular in the history was Bordeaux, has the 225 liters. Burgundy. 500, Sherry, 600, Port Madeira has the bocaux, the pipes. Очень интересная история. Рафаэль рассказал, что в принципе каждый регион виноделов имеет свою бочку, да? Вот если мы посмотрим сюда, это 225 литров. Бочка французского вина Бургундии, да? Если посмотрим сюда, это бочка 250 литров, и это Бордо. А если мы придем вот сюда и посмотрим на шикарные бочки, которые у нас здесь, то мы будем знать, что эта бочка производится только в Аликанте, или точнее производилась. Называется она «Тоннель». Это почти то же самое, что в переводе будет означать «туннель», да? В ней помещается около 1700 литров вина. Это сделано руками, и это тоже сделано из дуба. И это все ручная работа. Все полностью ручная работа. Эти бочки передавались Рафаэлю от отца, отцу передавались от дедушки, а от дедушки передавались прадедам. Поэтому это очень такая серьезная семейная реликвия. И плюс вот эти вот кольца, да, железные кольца, да, они, каждое кольцо имеет свое название. Первое кольцо – это голова, второе кольцо – это шея, третье – это галстук почему-то, четвертое – это пузо, а пятое – это пузо Валеры, потому что это большое пузо. В этой винодельне у Рафаэля, в принципе, есть больше фондиона, больше всего, чем все остальные 9 бодег винодельни, которые делают это фондион, да, это вино. Раньше виноделы просто забросили вот эти бочки большие, и они как бы не хотели в них, ну, не хотели в них вкладывать деньги, потому что их надо как-то смотреть, да, их надо чистить. Все равно это ручная работа, это старая вещь, да, это как антиквариат. А его отец начал скупать эти бочки, и теперь, смотрите, какая коллекция таких обалденно классных бочек. Класс. Рафаэль, is this problem for the barrel? No. Like this, no? Sometimes, when has a change of temperature, barrel cry. But normally it's 1-2 days. Himself, wine, closed, like when you take an injury, yes, and the plaquetas, yes, of the blood closed, is the same for the wine. And normally it's now in the summer. Yeah, I don't like this. Вино плачет. Так это называется. It's the same technical of ship maker. Плачущее вино, видишь?
the tools I have now. Мы находимся сейчас в душе, даже не в душе, а в церкви, можно сказать. Не знаю, как сказать, но это то помещение, где хранится самый старый фундион. Да? Здесь есть фундион 62-го года, 35-го года, 75-го года, а мы будем пробовать фундион 50-го года. Только представьте себе, 70 лет в длину. Посмотрим. The name of this is Venencia. 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 Да. Осторожно. Okay. Very carefully. With decision. Eh? If you look, you have wine now. Uf. Muy bien, perfect. Professional. Hey! Por favor. You make this every day. Yeah. Yes. I am born for this. Beautiful, it's so beautiful. Mm. It's for me, huh? With the bamboo sticks, yeah? На здоровье. Ребята, поехали. Рафаэль говорит, что я говорю, все, Валера уже выпил свое, он еще. Не-не-не, говорит, у него пустой бокал, нельзя так. Давай нальем еще. Я говорю, он за рулем. Он говорит, не переживайте, говорит, если вас полиция остановит, перед тем, как подуть в этот, чтобы в трубочку промили, чтобы вас еще проверить, то скажите сразу, что я только что был в винодельне Фундиона, и они вас отпустят. Посмотрите на этот прекрасный свет, Валер. Вот сюда, на. Видите, он такой темно-янтарный, да, солидно-янтарный цвет такой, шикарный. А все из-за того, что когда фундион зарождается, да, он просто вино очень яркого красного цвета. А это потому что, ну, он только что сделанный, да, свежий продукт. И когда заливаешь его в бочку, начинает вот эти вот частички винограда, которые еще остались, потому что они полностью не убираются, они начинаются оседать, и наверху остается только вот такое вот вино, такого цвета янтарного классного. Ну, естественно, это еще происходит из-за того, что вино, скажем так, стареет, да? Чем моложе вино, тем оно краснее, и чем старше вино, тем оно вот такого янтарно-коричневого цвета. Классно, значит. Я буду расписываться на большой бочке фундиона, и Рафаэль говорит, выбирай бочку, хотя говорит, нет, бочка должна выбрать тебя. Это крышечки просто, когда заливают, потому что это очень-очень старое вино, вот в этих бочечках, да? Да. Там вот 35-го года есть, да? 35-го года. Что они делают? Они, когда заливают новое вино, они просто закрывают такой крышкой, и потому что лучше, чтобы, может, пробка просто выскочить, поэтому они закрывают. Итак, смотрите, иду мелом подписываться на своей бочке, которая 75-го года. Представляете? 75-го года. Ну что, оставляем автограф. Автограф можно оставлять только если вы обещаете Рафаэлю, что вы опять сюда приедете. Надо быть глупым, чтобы не согласиться на это. Так что давайте. Вуаля! Та-дам! Very nice. Hey, Sarah. Is the cart bar? My uncle's, the
The brothers of my grandfather. У Рафаэля столько много историй, что здесь можно просто целый день у него сидеть и слушать. И они классные истории. Смотрите, вот эта вот маленькая бочка, всего 16 литров фундиона. Она, просто транспортировали, точнее, транспортировал его дедушки брат на повозке, на лошадях. И они отвозили отсюда в Аликанте. У них занимало это один день в одну сторону и второй день в другую сторону. И он приезжал вот с этой бочечкой полностью пустой. И его дедушка постоянно обижался и ругался на своего брата, потому что, говорит, ты алкоголик. Говорит, как можно выпить 16 литров за 2 дня? А он говорит, не-не-не, говорит, вообще-то это за один день. Даже не за 2 дня, а за один день. А теперь смотрите, вам показываю быстренько одну бочечку. Смотрите на год. 45-й. Специально его дедушка начал эту бочку, потому что это знаменательная бочка по окончанию войны. Так что история везде. Has a mystery. Oh yeah. Light. Это 1930 год. Мама. Обалдеть. Смотрите, это бочка 1930 года. И я ради интереса спросила у Рафаэля, сколько она бы стоила. Он говорит, она бесценна. Просто-напросто бесценна. В следующем году он будет продавать 126 бутылок вот этого вот 1930 года выпуска фундион. И он планирует за одну бутылочку просить 1000 евро. Это бесценное вино. Only wines and gastronomy. Да, в этой библиотеке только книги про вино и гастрономию. Так что очень интересно. Каждую пятницу в газете «Аликанте» он публикует свой маленький такой рассказ про фондюон, про его историю каждую пятницу. Здесь такой небольшой плакатик показан в 1878 году. Да? 8 год? 78, да? Да, 8-й. Да. Вот это плохая штучка, как мы и говорили, уничтожила большинство виноградников во всей Европе, и в 78 году оно пришло в Аликанте, и тут как бы показано, как, да, где что-то написано, что как это надо от него избавляться и тому подобное. Кстати говоря, у меня была такая идея, что во Францию в первую очередь пришла вот эта вот флоксерия. Мне кажется, что кто-то специально ее туда принес, потому что все-таки Франция была лидером производства вина, и это был их конек в бизнесе, в маркете, да? И вот подумайте, а почему во Францию? Может, потому что кому-то это надоело? And for me it's a really interesting. Эти все инструменты, собранные Рафаэлем, и показано, как руками ручная работа, и вот этими инструментами делаются вот эти бочки большие по 2000 литров. Машина. В ту сторону крутишь? В ту? А, с этой стороны тогда. Сюда забрасывался виноград, и надо было крутить. С этой стороны встаешь. Да. О, вау. Механизм такой. Soft, но resale. Угу.
все очень просто. Но это не так легко. Не так легко? Нет. Ну, писались. Мы попробуем вино Riesling. Riesling — это вообще-то немецкое вино, да? И немцы очень не любят, когда кто-то из других стран делает ихнее вино. Поэтому это очень странно, что у него оно есть, но мы знаем почему. Потому что у этой винодельни есть своя земля на севере Испании, где вот этому сорту винограда лучше, потому что ему не надо столько много солнца. Жарин, да. Да. И цена этой бутылочки 4,45. Так что попробуем. И Рафаэль смеется, потому что говорит, это агрессив цена, очень агрессивная цена. Типа. А, еще одна неспособность, как сказать, тонкость этого вина, то, что он сухое вино. Люди сейчас больше и больше переходят на сухие вина, потому что в натуральном, в принципе, в Германии, в Альзаце, да, где-то в Ризлинге, где делается, то он такой, он полусладкий, такой чуть-чуть сладковатый даже, может. Поэтому попробуем. И будем еще пробовать вот это вот розе тоже. What is that? Monastrell? Monastrell, no? 100% розе. Ага. 100% Monastrell тоже попробуем. Это вина, которые вот у него любят люди покупать, которые приезжают из нашей эры, где мы живем. Потому что в продаже его вин нету, поэтому... И вот это вот еще мы будем пробовать, красное вино. Это Эколор. Yes. Это тоже 100% Monastrell. И это выдержано... Один год выдержано в бочке и один год в бутылке. Тоже шикарное вино, но нам надо уже привыкать к Monastrell, да, потому что это тот сорт, который мы найдем везде, если поедем к нашим виноделам, а не просто в магазин. Ну и как оно? Ой, пахнет совсем по-другому, чем я думала, что Monastrell будет пахнуть. Ну как бы, ой, какой классный. Кручу левой рукой, это мне ничего не это самое. Посмотрите, какой прекрасный цвет у этого вина. Да, классно, очень классно. Хочешь попробовать? Конечно. Не дам. Скажи еще, что там ты чувствуешь? Он чуть-чуть охлажденный. Может, поэтому он чуть-чуть по-другому. Да, да, скорее всего. Ой, очень классно. Ты знаешь, надо будет попробовать Monastrell пить чуть-чуть охлажденным. Он не такой кусающийся, можно так сказать. Mm. Очень классно. Это розовое вино было сделано в прошлом году в Рождество. Делал его племянник Рафаэля. И он привел Рафаэля сюда, в винодельню, закрыл ему глаза и дал попробовать вот это вот розовое вино. И Рафаэль говорит, что он начал плакать, потому что это ему напомнило вино его отца, которое он делал 40 лет назад, что-то наподобие такого. Это, говорит, вот такое вино, это типичное Аликанте, розе Аликанте. В одном из наших видео с прошлого раза я говорила, что такой цвет розе мне не очень нравится, потому что он такой... Ну, очень заяркий такой. Оказывается, это типичный цвет для розе в Аликанте. Тот, который такой помягче, может быть, да, не такой яркий розовый, это более французский стиль розового вина. А испанский стиль – это вот как раз и есть такой ярко выраженный розовый цвет. Будем пробовать. Оно, кстати говоря, 13,5 выдержки. 13,5% алкоголя. Но когда пьешь его, оно не чувствуется. Ну, что оно такое на аромат крепкое. Очень вкусно. Очень, на аромат очень... и на вкус вот попробуй. Очень ягодный. Угу. На аромат очень фрути. Ягодный. Тутти-фрути, как говорится. Тутти-фрути можно полностью сказать, да. Так.
Очень вкусно. Очень легкий. Ой, какой классный. Точно не 13%. Да, совсем не чувствую, что он такой крепкий. Угу. Очень классно. А этот 14% красное вино. Да, сейчас но попробуем. Тут чуть-чуть чувствуется. Он такой потяжелее чуть-чуть. Это Ризлинг. И даже на аромат его совсем другой, чем немецкий Ризлинг. Совсем другой. Но он очень элегантный, да. Он очень легкий, он такой воздушный. Remember me, green apple. Yeah. Green apple. Yeah. Yeah. Очень легкий. Вообще, да, он сухой, но он очень легкий. Он легкий. Он... Кстати говоря, его можно пить без закуски, он легко пойдет. Uh-huh. И около бассейна тоже его можно пить. И напоследок, конечно, мы говорим большое спасибо Рафаэлю, потому что он показал нам и рассказал нам очень много интересного и про Фундион, и про все другие вина, и про виноградник в том числе. И мы надеемся, что это не последний раз, когда мы видимся с Рафаэлем, потому что мы приедем, привезем вас, гостей, к нему. Это стоит того. Рафа, gracias, muchas gracias. Gracias. Thank you very much. We'll see you next time. Next time, see you. I wait. Thank you.